обе команды хотели выиграть. Каждый матч с ЦСКА очень интересный. Это дерби, опять повторю. Можно ли сказать, что прошлогодняя эпическая серия в какой-то степени продолжается сейчас? Ну, это всегда было. Я думаю, не только прошлогодняя и до этого всегда бились с ЦСКА. Спасибо. Я быстренько еще один вопрос. А как оценили сегодня вашу свою игру в этой сложной битве? Ну, хорошая игра, командная была. Все ребята трудились. Хорошо, что выиграли. За счет чего все-таки победил сегодня СКА? За счет характера? За счет того, что... За счет характера, я думаю. 2-1 тяжелый счет. Играть на выезде в ЦСКА. Четвертый матч на выезде. Поэтому все молодцы. Ложились. До конца играли. Сегодня можно выдохнуть. Небольшой передых. Скоро матч, послезавтра, поэтому особо времени нет. Надо восстановиться и быть готовым.